Президентского совета Всемирной шахматной федерации ФИДЕ поприветствую. Сегодня на пресс-конференции, посвященной чемпионату мира среди женщин по блицу, хочу поблагодарить чемпионку мира Сашу Костенюк. Она является, может быть, не все знают, она является постоянным членом Президентского совета ФИДЕ как чемпионка мира, активно взялась за работу. Активизировалась работа комиссии по женским шахматам, и, наверное, присутствующие здесь сыны шахматистки почувствовали эту работу. Члены президентского совета поддержали инициативу чемпионки мира Александры Костенюк, чтобы возобновилась эта традиция о проведении чемпионата мира среди женщин по блицу. Вот мы имеем этот чемпионат. Особо хотелось поблагодарить шахматную федерацию Москвы, ее президента Василия Ивановича Жукова. Действительно, Москва является столицей мировых шахмат, а вот в Москве есть такой своеобразный оазис, центр развития, неувядающий. Это Российский государственный социальный университет. Уже неоднократно в стенах этого легендарного университета проходил турнир Moscow Open, который среди турниров, которые значатся в календаре ФИДЕ, нашей федерации, Moscow Open занимает, можно сказать, одно из ведущих мест по количеству участников и по качественному составу участников. Практически многие ведущие шахматисты, но самое главное, это вот юные таланты, подающие шахматистов вот из многих стран мира, принимают участие, и Василий Иванович Жуков, он здание его университета с радостью всегда распахивает двери, и мы открываем новые и новые таланты. Что касается чемпионата мира по блицу для присутствующих, призовой фонд полуфинала составил 10 тысяч евро, призовой фонд финала 50 тысяч евро. Согласитесь, вот для начала, вот для такого турнира, для такого чемпионата, это очень и очень небольшие большие деньги. Ну и считаем, что этот турнир, чемпионат мира по блицу среди женщин, он найдет достойное предложение и со стороны ФИДЕ только поддержка. Также хотелось поблагодарить Игоря Юрьевича, который как бы из энтузиаста Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, неоднократно участвующий в наших заседаниях президентского совета ассамблеи, уже превратился в настоящего друга, и сегодня вот мы можем вот лицезреть вот это удивительное ювелирное творение. С Ноной Терентьевной Камбрендашвили мы сейчас обсудили, что нужно нам заменить кубок Веры Менчик, да, но мы, думаю, вот решим на ближайшем президентском совете, который состоится в Ханты-Мансийске, такое решение будет принято, и, конечно, поблагодарить руководство для новости, которое любезно предоставило нам это. Спасибо. Ну, шахмат уже традиционно у вас, как и традиционный вид спорта в Российском государственном социальном университете, есть и шахматная кафедра, и все больше и больше соревнований проходит. Вот чемпионат мира – это, наверное, такое новое направление. Возьмете на себя, в принципе, его? Нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришли. И инициатива Александры Константиновны, конечно же, пришлась как нельзя кстати.